приветствую, друзья! Мы длительное время не знали, что такое электричество, и не могли его использовать. Длительное время не знали, что приводит к различным заболеваниям, холера, чума, боялись этого и никак не могли воздействовать. Но потом мы нашли, как поставить электричество себе на пользу, и мы нашли, как бороться с инфекциями. А теперь, мне кажется, надо разобрать по полочкам, по косточкам и по запчастям такое понятие, как старость, потому что мы все какие-то нехорошие моменты, как пугающие моменты сваливаем на эту старость. Но на самом деле я, Бахтина Елена, гарантирую, старости нет. Это доказало большое количество девчонок и мальчишек, которые меня слушают, разбираются в вопросах физиологии, патофизиологии и помогают себе через правильное питание, через регуляцию функций собственного организма и через умеренную физическую нагрузку в удовольствие. Я в нас верю. Мы первое поколение, которое разберемся с понятием старость и извлечем ее из своего тела, пусть гуляет, пусть проходит мимо. Каждый человек имеет право выглядеть на 25 лет, думать как в 25 лет, ну в смысле по скорости реакции, и вообще иметь скорость реакции на 25 лет. Я в этом точно уверена. Подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, все дела. В общем, оставайтесь с нами, потому что мы разбираем понятие старости, изнашивания по косточкам, по полочкам, и мы победим. Это точно.